С 1 января в ЕГАИС должны быть все оптовики, производители, дистрибьюторы и торговые сети. Иначе штрафов и изъятия по суду лицензии на алкоголь не избежать. ЕГАИС подразумевает, что каждая бутылка легального алкоголя будет отслеживаться с момента ее отправки с завода до покупки в магазине или ресторане. Все, что не в системе, будет считаться контрафактом. Плюсы, конечно, есть. Если, например, была опасность торговли или попадания на нелегальный алкоголь, сейчас такого уже не будет. То есть весь алкоголь, который мы, обычные с вами пользователи, будем употреблять, если кто употребляет, конечно, то он будет потреблять только легальный алкоголь. Об этом тоже будет рассказано, каким образом все это происходит. Сама программа свободна для скачивания. Потратится предпринимателю придется разве что на покупку сканера, чтобы считывать акцизы с бутылок. Ко всему прочему, с системой ЕГАИС легче вести бухгалтерию, отмечают работники розницы. Полноценно работать в единой государственной автоматизированной информационной системе розничной точки должны начать с 1 июня. Но подключиться к электронному документу обороту необходимо уже сейчас, ведь закупать спиртное смогут только те, кто установил программу. Время на привыкание бизнесу дают до 20 апреля. До этого штрафовать никого не будут.